Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Третьей книги Царств. И мы будем читать 18 главу. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илье. В третий год – «Пойди и покажися Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же был сильный в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствующего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изабель истребляла пророков Господних, Авдей взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, пойди по земле, ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота. И разделились они между собою, разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогой, и Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое, и сказал, «Ты ли это, господин мой, Илья?» Действительно, эти люди, они как бы находились в одном мире. Ахав был царем, Авдий был чиновником при этом царе, человеком обеспеченным, богатым, он мог прятать пророков, 100 пророков, скрывая их по 50 человек в пещерах и питая их редким хлебом и водою. И как бы Авди подчинен Ахаву, но насколько это разные люди. Один поклоняется Ваалу, это нечестивый царь Ахав, а его слуга Авди, его военачальник, он почитает Бога рамы Исаака Якова. И они расходятся, это символическое такое действие, и Ахав идет как бы своей дорогой по жизни, а Авди своей. И так бывает иногда, мы работаем в окружении неверующих людей, и каждый из них действительно идет своим путем. Но иногда рядом с нами оказываются братья и сестры по вере, и как радостно идти вместе. И когда Авдий шел своей дорогой, своим путем, он встретил пророка. «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илья здесь». Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня. Жив Господь, Бог твой. Нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой, искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. То есть Ахав предпринимал все усилия, все три года, чтобы найти Илью, которого он мог считать человеком, который навел заклятие на землю Израиля, чтобы его умертвить и снять это заклятие. То, что была засуха и не было дождя. Как э, книжники фарисеи говорили о Христе, у них тоже свое представление было. Он силой Велизевула творит чудеса. И этот благочестивый человек восклицает, а ты теперь говоришь, пойди и скажи господину твоему, Илья здесь, когда я пойду от тебя, тогда дух Господень унесет тебя, не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой, богобоязненен от юности своей то есть как в одни Христа были тайные ученики Иисуса, и в одни гонения против церкви всегда были тайные христиане. И вот этот человек, Авди, это тайный почитатель Бога Авраама Исаака Якова, который богобоязненен от юности своей. «Разве не сказано господину моему, — продолжает он, — что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь, он убьет меня». В понимании этого человека Авдия то, что Илью не могут найти, и искали три года, и искали не только на святой земле Эра Цесаруэль, но искали в окрестных землях, в окрестных царствах, брали клятвы с разных земель. Это значит, он скрывается чудесным образом, и Авдий боится, что он пойдет, скажет, выполнит это повеление Ильи, а Дух Божий унесет пророка куда-нибудь еще. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, Илья здесь, он убьет меня. И сказал Илья, жив Господь Саваов, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему. Илья называет два имени Господа, четырехбуквенное, непроизносимое имя Бога, и имя Господа Сабаов, по-еврейски Цабаот, который означает «вседержитель», который все содержит в своей власти, по-гречески «пантократор», пред которым я стою, говорит он, сегодня я покажусь ему. И пошел Авдей навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Ильи. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? Можно только представить, какая ярость была накоплена в этом Ахаве. Какие казни он выдумал за три года для пророка Ильи, и вот происходит эта встреча. И сказал Илья, Илья это пример мужественности. Пророки не смотрели на лица царей. Им было все равно, кому свидетельствовать Слово Божие, ведь они совершали посольство самого Бога в этом мире. И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед валом. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору кормил. И 450 пророков валовых, и 400 пророков дубравных, питающихся от стола Изавели. То есть Илья приглашает 850 языческих пророков, которые докормили, будут как бы состязаться с ним. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков, имеется в виду ложных пророков, на гору кормил и пошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена?» Почему он говорит вот именно так, хромать на оба колена? Имеется в виду грехи против Бога, против первой скрижали, и грехи друг против друга, против второй скрижали. «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему». А что это означает? Если Господь есть Бог, мы и так знаем, что Господь есть Бог. Слово «Господь» — это мера божественной милости, а Бог — правосудности. Он как бы говорит, если милосердный Он и Судья, то последуйте Ему. На первое место Он ставит имя, которое означает милосердие, Господь, чтобы они поверили в возможность возвращения к Богу. А если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. Люди, конечно, боялись пророка Илью. И сказал Илья народу, ⁇ Я один остался, пророк Господен, а пророков Вааловых 450 человек и 400 пророков Дубравных. Вот здесь... Порок Илья ошибается. Здесь он говорит, как человек, он говорит, я один остался, и моей души ищут. На самом деле пророки были скрыты. И в Новом Завете вот эта его ошибка, она озвучивается. Но в каком контексте? Если христианину кажется, что он как бы один остался в какой-то местности, пусть знает, Бог еще сохраняет множество таких же христиан, чтобы мы даже в темнице не чувствовали себя в одиночестве, в отрыве от других. Ведь Господь не заповедовал нам молиться «Отче мой», а «Отче наш», чтобы мы всегда чувствовали соборное единство. «Пусть дадут нам двух тельцов, — продолжает Илья, — и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо, пусть будет так. Это была возможность для народа убедиться, что путь Вала ⁇ это погибельный путь. И сказал Илья, пророком Валовым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. Что значит, ибо вас много? Он как бы уступает место большинству и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. Другой смысл фразе, ибо вас много, то есть если такое количество будет молиться, то наверное хоть что-то произойдет, может искорка появится. И взяли они тельца, который дан был им и приготовили и призывали имя Вала от утра до полудня, говоря, Вали услыши нас. Представьте себе, 850 языческих жрецов бегают вокруг этой дровни, на которой лежит жертва. Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали они. Прыгали, как шаманы, скакали. В полдень Илья стал смеяться над ними. Это уже превратилось в что-то такое забавное. И говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. Илья, очевидно, не просто говорил это, он это кричал, ведь там их крик стоял, надо было их перекричать. И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Это такой был у них обряд, они как бы свою кровь отдавали своему Богу, чтобы Он быстрее пришел к ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Жертвоприношение по закону Моисеева совершалось утреннее и вечернее. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илья фисветянин, пророком Валовым, теперь отойдите, чтобы я совершил мою жертву. Приношения они отошли и умолкли. Можно только представить, как они выглядели, все измочаленные, с надорванными голосами, все в поту, и вот они толпою. Тяжело душащих, озлобленных, разочарованных, стоят и смотрят на этого человека. И какая мысль у них? Мы, 850 пророков, Вала, ничего не смогли сделать. Валу поклонялись и в Карфагене, и в Риме, в самых разных местах. А что сделает этот один? Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господен, то есть который когда-то был на этом месте, и взял Илья 12 камней по числу колен сынов Израилева, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя твое», и построил из их камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: Наполните четыре ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова и сделали так. Потом сказал, повторите. Вода была драгоценностью. И они повторили. И сказал, сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз. И вода наполнилась. Вокруг жертвенника и ров наполнился водою. То есть та черта, которую он очертил. Во время приношения вечерней жертвы то есть когда в храме надо было приносить жертву, Илья, пророк, подошел и возвал на небо и сказал, Господи Боже, Авраамов, Исаков и Израилев. Он называет имена патриархов потому что заслугами патриархов совершались великие благодеяния для еврейского народа. Боже Авраамов, Исаков и Израилев. Авраам символизирует веру, божественное единство. Исаак символизирует молитвенную надежду и глубокое молитвенное упование на Создателя. А Израиль Иаков символизирует любовь Божия, Авраамов, Исаков и Израилев. «Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне, да познают сей день люди сии, что ты один Бог в Израиле». Это была главная заповедь евреев Аданаихат – Господь един. И что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Посмотрим, какое истолкование нам предлагают отцы. Ефрем Сирин пишет, «Илья на горе кормил, отменил жертвы языческих священников, служителей суеты, и всесожжением, принесенным живому Богу, дал нам живой образ всесожжения» которые на горе Голгофа принес Имануил своим жертвоприношением, совершенным только однажды. Он положил конец всем жертвоприношениям, предписанным Моисеем и всесожжениям, совершаемым язычниками для своих бессловесных богов, и не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения и дрова, и камни и прах, и поглотил воду, которая во рве ты праведно поступил, Илья. И весьма мудро, продолжает Ефрем Сирин, твой огонь пожрет камни, и поклоняющиеся камням сгорят от своего стыда. Он пожрет дрова и тех, кто вырезают своих богов из дерева и опечалятся, и опомнятся, от своего безумия. Он пожрет тельца, чтобы никто никогда не поклонялся тельцу. Огонь пророка Ильи который по его молитвам от Господа сошел на землю в дни Антихриста, когда Илья живьем с неба явится в наш мир. Он попалит истуканы Антихриста, только молитвою. Амвросий Медиаланский в трактате об обязанностях священнослужителей пишет, «И во времена Ильи сошел с неба огонь, когда он вызывал пророков, язычников, возжечь жертвенник без огня. И когда они не смогли этого сделать, он трижды вылил воду на жертву, так что вода разлилась вокруг жертвенника, затем возвал Господу, и тогда с неба сошел огонь, поглотив жертвоприношение. Ты, то есть ты, христианин, и есть та жертва. Обдумай в молчании все по отдельности, на тебя сходит дыхание Духа Святаго, и Он, то есть Дух Святой, словно сжигает тебя, когда поедает твои грехи, ведь все таинства церкви, таинства исповеди совершаются Духом Святым. Ведь во времена Моисея жертва приносилась за грех, потому и говорит Моисей, как записано в книге Маковейской, так как жертва о грехе не употреблена в пищу, то употреблена огнем. Амвросий Меделанский, продолжает, «Не кажется ли тебе, что за тебя потребляется жертва? Когда при таинстве крещения погибает весь внешний человек, ветхий наш человек распят с ним». Это ссылка на послание к римлянам. Продолжает Амбросий, восклицает апостол. «Вот потому, как учат тебя примеры отцов, Египтянина поглощает вода, а еврей восстает обновленным Святым Духом, так что и Черное море переходит сухим, где отцы наши все крестились в Моисея и в облаке, в море. Святые отцы проводят интересные параллели, в том числе и с нашим настоящим христианским положением. Огонь с неба, Разве не напоминает огонь Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел в виде огненных языков? Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог. Что значит, Господь есть Бог? Милосердный Он же и судья. Господь есть Бог. Милосердный он же и судья, восклицают они в надежде на Божье прощение за их отступление. И сказал им Илья, схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся, и схватили их и отвели их. Отвел их Илья к потоку Кисона и заколол их там, действительно огненный пророк, пророк воин. И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». А ведь тогда на небе не было ни одного облака. И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх, кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отруку своему, «Пойди, посмотри к морю. А что это за отрок? Это тот мальчик, которого мать принесла на руках, вдова из Сарепты Сидонской. Он был рожден от нее и одного еврея, как учат предание. И он был мертв. Илья положил его на свою кровать, молился над ним, простершись, и совершилось чудо ребенок воскрес, он взял его за руку, привел к матери. У этого ребенка было очень красивое имя – Голубь. Ласково его могли называть Глубок. По-еврейски это имя звучит как Иона. Этот мальчик, отрок, это тот самый пророк Иона, который будет послан в Ниневию, который Попадет в чрево кита и оттуда будет молиться, думая о храме Божьем. И сказал отруку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел и сказал, ничего нету. Обычно с моря приходят облака, которые могут источать дождь. Он сказал, продолжай это до семи раз. И вот мальчик бегает семь раз туда-назад. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую. Я видел перевод величиной с детскую пяточку. Он то есть Илья, сказал, для него достаточно. Дождь уже идет, а на небе только маленькое облачко. Ни капли еще нет на земле, а для Ильи уже идет ливень. Он, Илья, сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь вот этот ливень от Бога. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра. Ветер быстро собрал эти тучи, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Израиль. И была на Ильи рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля, рассекая потоки дождя, опережая царскую колесницу и его коней. Сегодня мы читали о великом чуде, которое было совершено пророком Ильею, если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 19 главу 3 книги Царства.